Кызылординские аграрии внедряют передовые технологии и выращивают новые сорта риса. Наряду с традиционными здесь решили высадить популярный в Иране сорт Торам. Кроме того, в этом году рисоводы намерены собрать рекордный урожай. Планами на будущее фермеры поделились с нашей съемочной группой. Нурлан Издебаев в прошлом комбайнер, а сегодня он возглавляет рисоводческое хозяйство. Славится оно не только высококачественным рисом, но и современными технологиями, которые здесь успешно применяют. А в этом году решили посадить новый иранский сорт Тарам. В самом Иране получают до 2 миллионов тонн риса. 900 тысяч покупают у соседей. Поступило предложение. Мы выращиваем популярный у них сорт Торам здесь и экспортируем его обратно в Иран. Для местных рисоводов основные конкуренты – это Китай и Россия. Чтобы не потерять своего покупателя и приобрести новых, нужно следить за инновациями, считают аграрии. В прошлом году собрали хороший урожай риса. Надеемся, что и в этом году будет чем похвастаться. Наши фермеры эффективно используют свои земли. Жители Кызылорды очень хорошо понимают, что такое работать на земле. Для нас важен каждый ее гектар. Поэтому сейчас с большим интересом следим за работой комиссии по земельной реформе. А тем временем для рисоводов сейчас горячая пора. В их планах не только увеличить объемы собранного урожая, но и расширить географию экспорта, чтобы казахстанское жемчужное зерно продавали не только на отечественных прилавках, но и за рубежом. Марина Шповалова, Камбар Бекенов, Канат Есенбаев, Руслан Айтамбетов, 24 KZ, Кызылординская область.